Село Архангельское, пересеченная местность. 269 военнослужащих 1-го десантно-штурмового батальона 31-й Ульяновской бригады ВДВ готовятся к лыжной гонке на 10 километров. Все они – участники всеармейских соревнований среди воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации. От каждого вида рода военного округа участвует лучшая воинская часть, и по результатам определяется лучшая воинская часть Вооруженных сил. Воздушно-десантные войска – представляет 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада, показавшая лучший результат в воздушно-десантных войсках на отборочном этапе. 9:30 по местному времени. Через несколько минут начнется первый старт. Перед соревнованиями для поднятия боевого духа бойцы устроили показательное выступление. Силу и ловкость они продемонстрировали с присущим им азартом. Военнослужащие и разведывательные подразделения представляют вашему вниманию. В лыжной гонке участвуют 7 возрастных групп военнослужащих. Самому младшему солдату 18 лет, а самому зрелому военному 54 года. Максимум все должны выложиться для того, чтобы занять первое место в вооруженных силах. Другого варианта у нас нет. Слава ВДВ! Спустя 15 минут к линии старта выходит первая группа. У десантников еще есть несколько минут перед начальным заездом, чтобы подготовиться и настроиться на лучший результат. Особенностью этих соревнований является то, что проводятся они по правилам военно-прикладного спорта. То есть бег осуществляется в военной форме и на армейских лыжах. Особенность есть то, что лыжи немного больше спортивных и шире. Инструктивный материал то же самое, полупластик. Поэтому позволяет показать высокий результат. Военные идут на лыжах классическим ходом. Коньковым способом перемещаться проблематично. Дело в том, что в режиме военных или разведывательных действий голубые береты встают на лыжи только в двух случаях. Выход в другой район или уход после выполнения какой-либо задачи. И тут не обойтись без оружия и амуниции. Ребята будут проходить индивидуально. Каждый выполняет результат по своей подготовке. На максимум. Мы стараемся выйти на не меньше, чем на первый, второй разряд. Первый разряд равен 50 минутам, второй – 53. Третий разряд – плюс 4 минуты от предыдущего результата. Через 36 минут после старта финишную черту переезжает первый победитель, который бьет все личные рекорды. Следом подтягиваются остальные. У меня, конечно, да, впереди вот трое обогнали. Но ничего, надо по своему результату бежать, по своей силе. Можно и вперед выйти, а потом через каких-то 2 километра и отстать, устать и так далее. Всеармейские соревнования среди воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в Ульяновске проводились впервые. Рената Люлова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.